Тяжелая была игра. Рад, что выиграли. Ребята молодцы, все бились, старались. В обороне помогли, не пропустили, ну и свои 3 забили. Я рад, что в первую очередь победили. Я рад, что удалось не пропустить. Вот это в первую очередь ребятам спасибо, да, потому что они в обороне и блокировали броски, и помогали подчищать отскоки. Вот поэтому вся команда молодцы. Я думаю, что мы отлично поработали, и что нам пойдет все это только в плюс. Всегда, когда вратарь играет на ноль, это плюсы команды, плюсы вратарю, ему придает больше уверенности. Он сегодня здорово сыграл, молодчик, похвалил его. Конец тренировочного цикла, конец сборов. Ребята уже подустали, провели очень плодотворную работу, заложили фундамент на сезон. Было тяжело, но ребята терпели, все молодцы, готовимся к Кубку губернатора. Настроение в команде хорошее, боевое.